Зрители, $1. Ты веришь в концепцию понижения среднего IQ в реальность тех тенденций, показанных в фильме «Идиокраси»? Ну да, они очевидны, нет разве? Типа 30 лет назад публичными интеллектуалами были Хомски или какой-нибудь там Томас Соуэлл, а сейчас всякие Тейты и Маркаряны становятся политическими спикерами. Не, смотри, снижение среднего IQ по популяции, оно не настолько заметно, как тебе может показаться. Тот эффект, который ты описал, он вызван тем, что, ну, блять, Маркаряны 60-х или там 80-х годов, мы их не помним просто, и все. Это так же, как с хуевыми фильмами, хуевой музыкой и так далее. Мы этого всего не помним из прошлого. А из настоящего оно вот, ну, прямо сейчас здесь. Помнить-то нечего. Так что, есть ли сейчас интеллектуалы масштаба там Вильяма Ф. Бакли-младшего, Гора Видала, там, не знаю, еще кого-нибудь или нет, покажет время на самом деле. Но то, что действительно люди тупеют, конечно, очевидно. Очевиднейшим образом. Да.